Два дня можно влюбиться и ненавидеть все 6 лет. За 7 лет брака ошибиться, поверив в то, чего и нет. Спустя полгода выйти замуж, а если парень, то жениться. Спустя 5 лет увидеть маму, а за 2 года можно спиться. Лет через 20 стать отцом, через 15 чьим-то замом. Все 9 лет быть под лицом, а через год за дверью с чемоданом. Как и в 60 можно быть глупым, так и в 16 мудрее многих. Можно всю жизнь тусить по клубам, сбивая в танцах свои ноги. Можно всю жизнь идти к чему-то, забыв про счастье и любовь. Но важно помнить, время не валюта. Оно не возвратится.